Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников, скульпторов. Микеланджело Буонаротти, Брут. Около 1538 года, мрамор, высота 74. Луций Юни Брут, основатель Римской республики, боровшийся с тиранией царя Тарквиния Гордого, своего дяди. Другой герой, известный под этим именем Марк Юни Брут, друг Юлия Цезаря, принявший участие в заговоре против него и его убийстве. Мятежники выступали против диктатуры из-за сохранения полноты власти Сената. Микеланджело был горячим сторонником республики и протестовал против тиранического правления. В 1532 году, когда семья Медичи вернулась из изгнания на родину, Флоренция сделалась герцогством. Были казнены лидеры республик, посажены в тюрьмы и отправлены в ссылку более сотни видных граждан. Жестокого единоличного правителя Алессандро Медичи, именно от него бежал в Рим Микеланджело, убил в 1537 году другой Медичи, Лоренцо. Этот отпрыск боковой ветви семьи, как его называли, Лоренцино, а затем Лорензаччо, плохой Лоренцо. Большинство жителей Флоренции осуждали его. В раннем возрасте написал трагедию «Брут». Брут Микеланджело дань республиканским идеалам. Бюст гения оставил «non finito», словно незавершенным. Его неотполированная поверхность создает динамику светотени, которая окутывает кажущее грубым рубленным формам лица Брута почти неуловимой дымкой, воспринимающейся как своего рода материализованная мысль, как писал Прокофьев. Ну вот такое описание я нашел к работе Микеланджело Буонаротти «Брут». Пока-пока, до свидания. Я пользовался текстом «Великие музеи мира». До свидания.